тема сегодня – День независимости, нарратив победы. Поговорим о том, как сегодняшнее белорусское общество воспринимает этот праздник и какие смыслы в него вкладывает. Для белорусов апошняя война, Великая Отечественная война – это форма коллективной травмы, якая закраная практично весь социум, весь народ во всех поколениях и передается как по вертикали, так и по горизонтали. Вторая мировая, Великая Отечественная война для белорусского народа стала временем обретения политической субъектности Беларуси. 20 век – это вообще период, когда Беларусь впервые обретает формы национального государства. Это время нациостроительства активного. И никто ж не супраць гістарычнага мінулага, гераічных падзей, звязаных з пэўнымі этапамі ранейшых стагоддзяў. Надо искать теперь уже сейчас в нашей истории независимой Беларуси ключевые этапы, ключевые даты, которые именно бы нашли отклик у нашей молодежи. Патриотизм на примере современной молодежи – это не только память о войне. Это сегодня и популяризация, и любовь молодежи к национальным символам. Сегодня в тренде модно говорить, что я белорус.